Несколько слов о панели управления. Во всех модулях платформы есть меню, где можно изменять основные параметры выбранного инструмента. Основа везде одинаковая, но есть небольшие отличия, свойственные отдельно каждому модулю. Сейчас мы остановимся на базовых, а по мере рассмотрения каждого модуля в отдельности затронем и специфические функции. Итак, обращаем внимание на эту верхнюю панель. Это панель инструментов. Сверху в левом углу отображается время, то есть время биржи, на которой котируется выбранный нами инструмент. Посередине название выбранного модуля, в данном случае кластер Profile Professional. Далее слева указывается тикер, Лично я торгую фьючерсом на индекс РТС, и несмотря на то, что данный инструмент является намного более спекулятивным, чем, например, акции, которые лежат в основе инвестиционной деятельности, принципы работы с объемом сохраняются. То есть можно торговать и акциями, и фьючерсами, анализировать американский рынок и так далее. Главное понимать одну важную вещь инструмент, которым вы торгуете, должен быть максимально ликвидным, то есть этим инструментом должно торговать много людей. Чем больше людей будет совершать торговые операции, тем лучше будут отрабатываться паттерны объема. Тикер фьючерсы на индекс РТС обозначается как RI. Если вы не знаете тикер инструмента, которым вы хотите торговать, то можете воспользоваться поиском. Для этого переходим в Setup и выбираем символ Lookup. Итак, что мы здесь делаем? Выбираем интересующую нас площадку, например, я выберу RTS Force. Затем выбираем тип инструмента, я выбираю фьючерсы. И нажимаем на кнопку Find. Из этого списка мы находим необходимый нам инструмент. Давайте я для примера выберу фьючерс на доллар рубль. Видите, он обозначается как C. И нажимаем по этой строчке двойным кликом мыши. После этого у нас автоматически в поле «Тикер» подставляется тикер инструмента. Теперь окно «Символ Lookup» можно закрыть, нажав на крестик в правом верхнем углу. Далее указываем «Текущий контракт». Обратите внимание, что в списке есть не только торгуемые в данный момент контракты, но и исторические. Их мы можем использовать для просмотра и анализа исторических данных. Затем указываем даты, за которые мы хотим построить график. Time – это временной диапазон, за который будет собираться информация. Можно поставить с 10 часов, когда открывается биржа, до 23.50, когда заканчивается вечерняя сессия. Далее таймфрейм. Пусть будет 1 час. Это основной таймфрейм графика. Рядом есть поле, в котором можно указать дополнительный таймфрейм, который будет накладываться на текущий. Он всегда выше основного таймфрейма, и эта функция нужна, чтобы смотреть два графика вместе. Более подробно о ней я расскажу в следующих уроках. Type ⁇ это тип кластерного графика. Мы пока ставим как есть. Wall, то есть объем а рядом стоит прочерк тут можно указать также другие типы гистограммы которые будут отображаться рядом об этом я также расскажу в отдельном уроке техist это гистограмма вертикального объема оставляем пока как есть и последнее это price scale который позволяет задать шаг цены инструмента то есть весь объем будет отображаться с учетом указанного шага цены как правило, я использую сглаженное значение, то есть я не анализирую горизонтальные объемы со стандартным шагом цены 10, а указываю шаг цены 100. В таком случае картины становятся более сглаженной. Далее, как я уже говорил, есть кнопочка Setup. Это различные настройки. И самая главная кнопочка это Apply. При помощи этой кнопки можно подтверждать те изменения, которые мы произвели в панели управления. Например, если я изменю дату, поставлю, к примеру, до 16.01.17, выберу тикер и поставлю Price Scale 100, то график у меня сразу же не построится. Но стоит мне нажать на кнопку Apply, то сразу же все мои изменения вступят в силу, и график построится уже согласно новым параметрам. Также кнопка Apply дублируется в контекстном меню. Как его вызвать? Нажимаем на график правой кнопкой мыши, и у нас появляется вот такое меню. Это и есть контекстное меню. По ходу курса мы будем периодически к нему возвращаться, тем самым изучим все его пункты. А пока смотрите, у нас есть самая верхняя строчка, которая как раз и дублирует кнопку Apply. Очень часто бывает так, что неудобно тянуться в правый верхний угол, чтобы нажать на кнопку. Более быстрый и удобный, на мой взгляд, способ это абсолютно в любом месте модуля нажать на правую кнопку мыши и выбрать Apply. Также тут можно вызвать уже знакомую нам функцию Symbol Lookup. Ну а на этом пока все и увидимся с вами в следующем видео уроке.